запустить. Стоит D3D, я так понимаю, да? Не, он так, и почему я... Стоит. Так, New Weapons. Если я ставлю Open Gale, у меня вообще Open Gale должен стоять. Open Gale должен стоять. Так, игра отчетанный тогда, я ничего вообще не вижу тогда. У тебя галочки, может, какие-то левые стоят. Да, скорее всего. Ну, нифига себе догадки такие у вас интересны. Может быть, какие-то галочки левые, но что я могу с ним сделать-то, вы мне скажите? Скачай конфиг, во-первых, сейчас. И скажешь, что это... Реально, может, конфиг совсем поможет. Так, и куда нажимать? Конфиг, нажал. А, блин, я это уже кидал. Там вот. Так, и чё, куда его выкинуть, этот конфиг? Лол, вот, блядь, лакер ебучий. Пиздец, сейчас я запарюсь, конечно. Кострайка. Гамму на максимум. Вот у тебя почему тёмная, слышишь? Наверное. Он говорит не про темное, а про... Нет, он сказал, когда ставится Г... Ну, да ну, ты... Гэл. Лол, чел просто неубиваемый. Чувак, какая гамма на максимум? Черный экран, почему гамма вообще? А, вообще черный экран полностью. Да, если бы у меня темно было, я бы, наверное, подумал про гамму. На сервер заходите, ребята. А, дайте да. Попрыгать, вы чё? Так. А в какую папку? CS-Strike конфиг кидать? Нет, Strike просто. Просто папки Strike здесь нету. А ты создай. Создать надо, Мерф, или чё? Чё? Кто такой СК Мум Фнатик? Я. Сейчас скажу. Лёх, ты в КСДМ еще играешь? А ладно. Ты, по-моему, пиздишь. Лёлик. Кто со мной? У меня USP. Airstrike, да? Блять, стой, я перезаряжаюсь, подожди. Заходишь в Steam Apps, Common, Half-Life. И там вроде бы Кострайка жди туда. Да, туда. Первин, рестарт, плиз. Кострайка жди. Чё, рестарт? Поехали, рестарт. Потому что Максим не похуй не меня. Да что ж ты не попадаешь-то ни хрена. Так, скачал. Теперь я запускаю контент. Так если Максим такой опасный, может энчит поставить? Я ну просто это, короче... Перезаряжался, и он начал по мне стрелять. Вот это хедшот. Вот это хедшот. Парни, ебать, я скилловый. Спасибо. Ага. Почему я не могу убить этого чувака? Неплохо, руки вверх, блядь. Бред вообще, ебать. Второй, сюда, сюда, сюда. А, это только типа хедшотер, типа? Блин, фак. Алло, я же говорю, я пушу. Чё, хорош, подрубай. Заходи на нормальный сервер. Сервер, заходи. Мерв, я вроде нажал экзик Мервин КФГ. Лёха, ты где? Я на базе. А ты какого драться? У меня 22 хп, снеси себе с гранаты, плиз. Сколько себе снеси? Так может вот так? Давай на ножах, фак. Давай, давай, давай. На центре, Лёх, на ножах, без брони. Давай, на центре, на ножах, без брони, фак, давай. Без брони, без брони. Лол! Чё ты? Кого я убил? Сори, не получилось. Кто такой ЗЗ? Хуй знает. Я его ноу-зумом... это Кайл. Нет. Я его ноу-зумом со скаутки убил через дверь на ходу. Охренеть. Я не знаю, кто такой ЗЗ, Кто такой ЗЗ? Почему он замолчал? Похоже, такого человека нет у нас в конфе. Мерф, проснись. Да не, это кто-то из наших, ну пароль-то. Короче, это пиздец. Ну, там все время пароль стоит. Ну, список игроков. А, это Nexus, походу. А вы на сервере уже? Да, да. Парни, ебать, как я умею вообще, пиздец. Так, а нам, скинули там? Уметь вместе. Это пиздец, ну-ка давай дубль 2. Так, а сейчас... Почему в 2014 году так тяжело КС установить? Ну, ебаный в рот. Потому что это не 2008. Компьютеры помощнее стали. Ну чё, помощнее. Так все, мы вон заходим. Ой, не работает нихуя эти конфиги наши. Бля, почему я сейчас не скайпе, он ты бы заорал, наверное. Ку, блядь! Бля, мы наушники? Может, он стримил? Максим, хоть попал разок? Нет, соточка. Демку писать надо. Ебать нас народ уже, слышите? Демка на вармапе. Тука, стреляй туда! Нам нужен плюс один. Да свои, свои, оу! О! Андрей, ну ты ч...
Нам нужен плюс один или минус один. Я могу уйти. А чё за лаг? Алоха, Дэн зашёл, 5 на 5, а, не. Пацаны, чё за лаг? Ещё плюс один нужен. Да, тоже зависит. Кто-то сервер сломал. Мерф, ты чё там сделал? Не, кто-то из вас сервер сломал. В смысле, а мы чё могли сделать? Вот, признавайтесь, он выключился просто. И за что ты заплатил 70 рублей, блядь? Ты заплатил 70 рублей. Ты меня просто на бабки кинул, да? Не, перезаходи на сервак, все нормально. Всё, походу я знаю кто-то. Кто не играет сейчас? То мафия? Я... Ничего, меня никто не заходит, блять. Андрей, я знаю теперь. Что происходит, мы будем играть? Да. Мервинг, спасибо тебе, блять. Честно, ты человек оказался. Ну понятно, как только дело стало касаться денег, ты сразу заднюю дал. Отлично, отлично. На самом деле нам нужен был минус один, и я забанил дреда. Какого хуя, Мер? Да не знаю, я здесь прыгаю, ты прибежал сюда. Ой, блядь. У тебя ничего не заходит? Да. Ну-ка, чё там на стриме? Я был на сервере, у меня всё... Может, меня за тимкилл забанил? А, ретрай... Не-не-не, ретрай. Вот, сейчас заходит вроде бы. Не, нам реально нужен или плюс один, или минус один, причём в фазе. Ну вот, я зашёл. Да плюс один найти намного проще, чем минус один, к тому же у нас будет 5x5. Да. Уже у вас... А чё вам надо? Плюс один? Почему плюс один? Плюс один, да. Не, надо наоборот минус один. Ты хочешь уйти, Кей? Подожди, ну я бы, да, у меня лагует, я думаю. Так подожди, нас, нет, погиб, нас 5 на 5. 5. Да, нас 5 на... Уже 5 на 5, да, кто пришел? Ну вот. А кто пришел? А, Nexus зашел. Да я зашел, наверное. А, Кек зашел. Последний. У меня типа пиздец, конечно. Не знаю, а что, Алоха с Nexus'ом не хотят в Skype зайти? Они типа шифруются от нас, я понял. Они в конфе вроде. Так пусть с нами в конфе будут. В какой конфе? Лёха, так, кто тут прыгает? В эту их кто-то добавляет. Ну, блин, ты видишь их в разговоре? Я нет. Готов. Блять. Жёсткий. Скажите, что сказать еще или ещё? Кекс, опять там лагаешь, что ли? Да, я не понимаю, у меня... Не могу зайти, я на хосте? Ну да. Отлично, но я не на хосте, я не могу зайти. Я, короче, нажал клавиши по умолчанию, и меня выкинул с сервака. Лал, не нажимай клавишу туда эту. Ну я просто конфиг Мервинга скачал, у него там что-то непонятно, где что забили. А, у меня на альт, не на альт, не кикает хз. Короче, надо... Андрей, та там жестко, да? В том туннеле. Да нет, один чел, блять, ты на вармапе сидишь на месте одном, ты ёбнулся, что ли, совсем? Конечно. Андрей, конечно, ёбнулся. Кикните меня, Мир. Чё? Ты что ли? Чё за пиздец сервака? Слушайте, кикните из конфы, кто конфу держит от этого, Алоху Дэнс, и добавьте заново, не может поднять трубку. Чего? Да, не знаю, баг какой-то, наверное. Ну, плюсик надо нажать сейчас. А кто в конфу держит? А я хз держу. Да ты ж вроде, Андрей. Сейчас, смотри, плюсик нажимаю, добавить к этому. О, это залет. Меня чик нельзя делать. А почему все за терров зашли? Андрей, я его добавил на Андрея. Бля, Nexus овнет. Я понял, почему Nexus не заходит в Skype. Он просто хочет в наушниках сидеть и тихо и вырезать всех. Воу. Хедшот. Ой, Максим. Максим. С первой в башне его. Блин, ну Nexus, вы поняли, что делает. Шифтить на вармапе. Слышите, а может настройки Windows где-то надо поставить, чтобы не квадраты были? Ну, возможно. Потому что... Такое. Может, мне кажется, когда я ошибку пытался исправить ошибку, вот это и сделал. Андрюха, зажал! Зажал, зажал. Мерв, чё ты изи, хз. Так я со скаутки на зум бегаю. Ну и что? Всё равно изи. Ну, тогда ладно. Со скаутки, зато... Этот самый, скорость большая. Не стреляй. Свои заебал. О, у меня щат еще белый. Мы начнем, так, вообще элитный конфликт. Разрешение экрана. Мы начнем, ну, вылазь. Кто там? Ай-яй-яй, Lexus, то что творит? Где он там? Он на ЗЗ с шифтом, стандарт. Вообще. Фак, вы почти что один на один. Шифта, не, шифта, хорошо, парни. Мы 2-1. Ну, 2 на 2. Он реально, что ли, со звуком будет сидеть играть? Без скайпа?
Не, это нахрена, мы-то можем 4 на 4. Подрезал. Да, я могу типа если... Не, я не понял. У меня типа квадраты, это такой себе. Балластиком буду. Точно все плохо? Не, ну, типа если кого-то не будет, я говорю 4 на 4 оставлю вас, изи. А так я пока посижу. Вы поняли, какое я ему условие поставил? Найс гранат, Андрей. Спасибо. Ослепил. Еще одна. Блин. Отлично, отлично. Прорвай. Готов. Это с нами, все. Ты, короче, на Зигу вы можете не идти, там Лекс. Ой-ой-ой. Шифтит? Попал по нему. Тоже попал. Готов. Мирф, а у тебя яркость гамма на полную стоит? Хз, честно. Я в конфиге прописан, ну типа, не знаю. А может из Z? Для чего это может быть? Какой-то... Тут просто раньше, по-моему, настроек больше было. Почему так мало сейчас настроек? Лол, опять повис. Опять? Короче, это походу кто-то с левым КС сидит, то было такое. У кого левый КС? Конфиги кто-то на пабах поиграл. И у него в конфиге команда есть. Левый. И что делать? Вот я поиграл на пабе, и что значит? Не, ну все если поиграли. На пабе сыграл, то мог конфиг скачаться, который дропает сервер. У меня что-то скачалось, когда я играл в паблике. У меня тоже. Ну, просто всем access конфиг с FG прописать или удалить конфиг. Как? Что сделать? Удалить конфиг из папки. Это как? Мне пишут, скажи, чтобы своих не убивали на серваках за 3 тимкилла банят на 2 минуты. Да не, это не то здесь включено. Так, ладно, Меринг, я тебе верю, значит... Если нужно у кого-нибудь конфиг неправильный, так его бы, наверное, кикало, а не весь сервак падал. Нет, понимаете? Именно сервак виснет. Смотри, я сейчас удалю, у меня там команды там мои все. А где КС находится в папке Steam? В Common Half-Life. Так, Steam Apps... Нету чё-то. Ой, пизду. Да это уже у нас всё нормально. Кайфуешь, факер? Кайфуешь, факер? Охуенно кайфую. А-а-а! Блядь, я тупой. Ну, я его не оплатил. А-а-а! Понятно, короче. Андрей, он уже уезжает. Я понял все. 4 на 4. Отойду-ка я покушать, ребята. Все, я его оплатил, поехали. Еще разок. Надолго? Да, на час. На 7 часов. Ну, давай, возвращайся. Через час ждем. Такой, короче. Ну, я хуй знает. Придумал, Миров. Че, заходим? Ну, сервер включился и... А, у меня... Блядь, да что ж такое? Так, что-то там кто-то отойти хотел или что? Или шуточки были? Так что, мы будем играть шуточки, как нормальные шуточки, ребята? Да, и... да, да. Они заходят и поехали. Все, я готов, ёпта, бля. На гиб сейчас будем делать. Пакет, ставим. Стреляй, давай, давай, блочу. На 2 секунды банят, ну, блядь, Кайл. Ты что, хочешь быть забаненным на серваке? Давай, блядь, домой! Ребят, банят на сервере, я вам говорил. Не банят. Ладно. Я, короче, на шифте по привычке бегаю тут. Это сервер? А кто такой нип? Понял. Слышь, понял. Я, короче, мне даже не смешно. Кого нету? Лёхи нету. Лёха заходит. Все, поделились, поехали. Погнали? Я, пожалуй, за другую команду за это. Погнали. Не-не-не, факер, оставайся в своей команде. Не-не-не, тут свои их убивают. Да в пизду просто. Любой, переходите. Ребят, я готов, я настроил, короче, все. Во-во. Ой, Лёха. Аккуратно. С пакетом, подойдись. Ай, какая? Ну да, блядь. Чё, здесь старт? Чё, давайте, погнали. Давайте, нормально уже. Всё, я настроился. Давайте, как вчера, два капитана вот там. Да, так позовите их. Так по... Игорь вроде тут, но так, он... Да. Всё. А где Алоха? Игорь. М? Есть мне здесь скайп, поговорю же. Чё у меня? Я говорю, нормально тебе залетело тогда? А, да, заебись. Так, лол, кикайте скайп. Ну а кто может кикнуть из скайпа? Может, я могу, не знаю, чё. Ты каково кикать? Кекс, ебать ты, блять, молодец. Спасибо, спасибо. Лепёшь. Так, как там? Кик, алоха, дэнс, да? Я обратно его. Я не могу кикнуть. На плюсик добавить... Ребят, минус 3 делаю.
Лепешка у меня, лепешка у меня. Нет бэкап. Ёпта бля. Все, хорошо. АВП, кому дропнуть АВП? Ну вот, добавил, на телефончик нажал. Перенаправление пошло. Кого дропнуть? Леха, дропаю АВП тебе. Удалять теперь его, да? Да. Кик, алло, ха, дэнс. Да не кик, а на Маус 2 удалить из группы. Ага. Маус 3. Б держу, с дружани. Звонок не удался опять, что за хуйня? Да пускай там чёрт перезаходит 20 раз. Может перенаберешь конфу просто? Ну, давай так. Мне кажется, так будет проще. Алло. 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 Привет, ребят. Здорово. Здорово, ребят, что делать? Минусую тут всех. Во что играть будем? Вачо будет? Так, значит, давай, ну чё, кто-то давайте один к нам. А, не, капитана же. Ом нам нам. А Лоха тут? Не, у него опять звонок не удался. Лёх, надо АВП дропнуть. Окей, let's go. Да, да. Так может он просто не в скайпе, Андрей? В скайпе. Вообще, у тебя есть, да, Лох в скайпе? Да. Да хз. Может он просто репут не в скайпе, не? Два выстрела, Андрей. Два трупа. Норм. Сколько осталось? 49 у него. У меня 0. Бля, короче, куда говно. Кто делает рестарты постоянно? Клайд тоже. Ребят, давайте играть, а не рестарты делать. Давайте играть. Кто умирает, блядь, как Владимир Сервер, делает рестарты и все. А ты будешь делать ник Virtus.pro? Я? Нет. Не-не, так мы же еще не поделились, Андрей. Это да. Так давайте, поехали делиться, ехать сейчас. Да, как он поймет, что делать надо? Да поймет. Что теперь, если мы не... Ну пусть тебе Virtus.pro играют вместе. Алло, сделайте уже, блядь, ёбаный рестарт. Да, сделай, нет, заебал. Нормальный такой, качественный, 800 голды. Все, кнайф раунд, погнали. На длине, да? В очке. Хорошо, ребят. Там уже на мид туда побежал, Лекс. В очко ебашь. Не так. Давай, первому сразу один раз на раз пизды выписываю. Хорошо, выписал бабуну, ага. Ебать тут вышло. А, быстрее. Блять, КЛ и бабун. Руки вверх и бабун. Какой рестарт, алё? Ну это он и есть. Бабун вроде первый, да? Я убил, да. Ну давай. Короче, плюс Мервинг. А кто второй капитан? Кайл второй капитан. Я видел руки вверх. Да, Кайл. Соло. Но это и есть он. Соло. Теперь, ну Андрей, выбирай. А я? А кто еще жесткий? Этот самый, Клайд здесь? Не, его нет. Тогда беру... Бери кейка. А, кейк. Ну давай кейк. Спасибо. Вада. Кого брать, парни? А мы жестких берем? Минус рандом. Короче, парни, я не знаю, кто как играет, так что я вообще не знаю, кого брать. Да кого хочешь, Андрей, бери, господи. Ну, блять, Кайл не могу. Давай возьму... Бери Лексуса. Давай Лексуса. Он вроде шифтит все время. Ладно, давай, я за террориста захожу уже. Это мы Virtus кто? Соло на низ перехожи. Фак. Так, а мы за кого? Мы? Да ща ножи за сторону. Так, я факера выбрал. Еще ножи, вы что, ебанулись? Да по-быстрому. Да какие стороны, блядь? Короче, гайс, мне пофигу. Давайте там просто кто-то за кого-то прыгает. Так все уже, есть же наши все, погнали. Уже же набрал пятерых. Да, Лохи нету. А, Нексуса нет. Нексус сверху, пусть прыгает. Я перешел. Поехали. Ну и все, поехали теперь. Ебать, у кого там пушка. Саша, ты ювелир. Так, ну что, парни, блядь, слазь, можно, да. Ребят, куда? Вон, за лепёшкой. Хорошо, кто? Блядь, кто такой молодец? Блядь, вы что, кончились? Потом... Сделайте рестарт. Сделайте. Зачем это делать? Что, ебанулись, блядь? Кончено совсем. Та же старта, парни, та же. Та же? Да. Давайте. О, хорошая стратегия. Все, короче, поехали. Это не ножи, я так понял. Это не ножи, конечно. Да, какие ножи, мы уже поделились. Virtus.pro ZT начинаем. Рекорд. Стейдинг ZZ у нас. Фонарик выключил. Готов! Инфу давайте, блядь.
Все, все, минусанули. Ой, блядь, как хорошо прижарил. Блядь, все на... даем. Пакет, пакет на Б лежит. Слышишь, братюнь. Бля, Мервинг, ты конченый, где ты был? И он стоял там. Четвером одного не смогли убить. Кто такой Макс Пейн, скажите мне? Ты гудок. В очко там лес, никого не видел, блядь. Пакет, пакет на Б лежит, он бежит, заберите, алло. Мерв вот, один остался, да. Мне кажется, это был его план остаться одному. Заходи, заходи, алло, заходи туда, заходи, кто руки вверх, кто это, давай. Ну заходи, блядь, там уже наш убивает его, ну. О, о, раз, раз. Ай, па- парни, шо? Парни. Жесткий, жесткий. Так, короче, а чё фризитайма нет? А, бля. Бля, о, придётся рестарт раунд сделать. Да, придётся рестарт, парни. Бля, погодь, я вылетал, парни, Питер, вылетал. Если рестарт, давайте в КСПР зайду. Прыжка делаете? Я да, да, дал. Делаем. Я в КСПР зайду, у меня какая-то хуйня. Одному дал, одному дал. Ребят, играем. Блядь, девайс нахуй я взял. А второй тоже красный. Бля, они все Б держат, они вчетвером на Б, чё за хуйня? С кумами играем, кунэр. Да, рестарт раунд, парни, надо. Рестарт раунд, поехали. Погодьте, погодьте, я зайду хоть. Хорошо, иди. Хорошо, хорошо, пятерочки, ребята. Я дошел. Эти лавки все на Б, го на, короче, они не догадаются. Рестарт дайте, рестарт дайте. Мерв, давай, давай, рестартик. Чем рестарт? Потому что Максимка вылетал же. Ой, так ну, у нас это вот. Алло, когда я в дырке сидел. О, Вася жесткий, хорош. Жесткий, так ну договорились рестарт, давайте рестарт. Да. Ничего не было. Все, до этого ничего да. не было. Так же, да, идем. Да, да, так же. Да, все, капитан, капитан, слушай. Бабун, капитан, погнали. Да. Бабун, нам слушаем. Всем? Нам всем это? Да, да, да. Ну ладно, сопротивляться капитану это такое. Погнали. Инфу, инфу даем, алло. Чё, ребят, ребят, сектор клир, сектор клир. Вышли на зиги, на зиги. Подточки, на точки, двое, две, на точки две. Одного убил слева. Два, два там, у крайнего ящика. Блядь, спасибо, бро. Чего они, блядь, все с гранатами своими сраными, блядь? Ебать. Мервинг, Мервинг, хорошо. А, убей сзади, ну, блядь, ну что за команда? Инвалиды. Короче, Мервинга кик из клана. А чё он, блин, постоянно где-то убить, бегает? Убить, убить, убить этого пассажира. Где хочет быть? Где пакет? Мервинг, как пассажир? Ты себя чувствуешь? Ты с командой или ты против команды? Да хули вы вчетвером двоих не убиваете, или троих сколько-то? В смысле? Бля... Это как вы там, в World for Dead, вот, блядь, тут миссия дойти до конца. Пакет, пакет, держи, блядь, куда пошёл, куда пошёл, блядь? Пакет, держи, давай. Лёха, сори. Капитан, можно я сейчас два раунда? А где пакет-то хоть? Я ж не вижу. Да, да, Кейк, давай. Ты капитан. Я просто не могу в такой, это самый, экономить. Не, я не капитан, я говорю то, что Эко сейчас сам побегаю тогда. Куда захочу, прям вот, прям. А, ну, это пожалуйста. Все, ребят. Два... Через два раунда увидимся, короче. Ну, за КТ эту, блядь, мапу играть вообще халява ебаная. Согласен, эти нубы только за КТ ему. Инфу, инфу даем, команда, что такое? Не топайте с... Я, инфа! Бабун, хорош! Снижнего, снижнего, зашел. Снижнего, снижнего, дави его! Да хули ты так берешь? Это... Там нет девайса на него. Там с нижнего гранаты летели. Пошел, пошел! Ослепили! На нижнем туда есть. С нижнего вышел. Подходит, ползет, ползет, прям слева, близко. Хорошо! У него не было девайса. Он сливает, он сливал на АВП, короче. АВП будет на миде в следующем раунде. Бабун? Жив? Все, это справа. Жив целый орел, хорошо. Че-то далеко обходим. Нормально, время есть. Хорошо. Готов! Еще, еще один слева! А, близко! Еще один, близко, 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 близко. Ой-ой-ой-ой-ой! Слабый, СТ, СТ! Аааа! Сколько осталось? Опять тут четвером. Сколько осталось у него? Ребят, это эко. Ребят, это было эко. Гоу сейчас так. Го без эко? Вот так вот. Вот так вот, пожалуйста. Доверьтесь мне, просто доверьтесь. Жёстко. Вы что, закупились тогда, что ли? Нет, почему? Два эко же делают. Правильно, правильно. Мне кажется, там кто-то собой. Смит зарашил. Саша какой-то. Ребят, делаете? Ох, делаете? Ты, блядь. Где, он где, плохой где, был план.
Бля, вот эта битва инвалидов только что была. Инфу давайте, где он? Ой, Мервинг. Хорошо! Там еще один. А, нет, это он. Это Б? Ну, Б, Б. Вы... на балконе было! Ай, кекс, почти! Левский, в тэшке. Дифузия. Нормально, на эко поставили. Хорошо, парни, пятерочки. У них экономика слабая, все, поехали закупаться. Сейчас модно, модно. АВП взяли, вижу. 2 АВП, 3 АВП, хорошо. Еще возьму сейчас. По 2 берите, АВП. Хорошо. На Б никого упадем. На зиге. Есть. Всем? Хорошо, минус есть. Идем. Не торопитесь, Много зига? Там АВП, наверное. Растягиваем. АВП на точке, АВП на точке. Лёша, АВПер сидит там. На, блять, Лёшка тебе! Нравится? Жопу смотрим. А можно вот так? Мерв, ты какая-то крыса, реально. Где факер? Все раунды. Да он на зиге в самом начале там за ящиком стоял, смотрел. Забей. Хорошо, кекс. Сельспа один, сельспа последний. Он АВП? Просвет. По-моему, АВП. Просвет, нет, он сам. Помогай, кто-то. Игорь. Ой. Здорово, парни. Дроп есть, Дроп, прыгаю. Где? Не... Ага. Вот он. Выкинул, сзади тебя. Нету еще дроп ни у кого? Не, я АВП отдал, мне не нужно. Честно, пушка сбивает. Дайте идет, по миду идет один. Пушит мид, что ли? Что за хуйня? В нижнюю тэшку, походу, ушел. Давайте, ребят, растягиваем медленно их. Ебать, снизу. В нижнем мясе. Зажал, блять, показал. Спро кекет. Добрый вечер. Хорошо, парни. Так, на Б, можно на Б идти, на Б. Один у нас остался, на длине не был. На длине был, все, Б занимаем. А, не, погоди, его убили. Не, пизжу. Фейкинг. Макс пиздобол у нас, все нормально. Ага. Здравствуйте. Ой, да Саша петух! Хитман! Где? Как укончили. Где? Реально Хитман. Он засел там, блядь, в яме в этой и сидел, короче. Вода лысый, походу, пиздец. Че так долго ты инфу даешь? Мы бы уже добежали до него. Идет на ДЛ. Он на ДЛ? Ставь бомбу. На это самое, на А. Как на? На А? Саша, я думал второго. Бля, кто это? Это Испада, походу. Хорошо, ребята, хорошо. Все по плану. Вот так, по стратегии работаем. Вот так. У них бабок нет. Они бомжи, у них бабок нет. Давайте, сейчас. Понял, играем. Подождем их маленько, подождем. А, это вы топаете, пиздец. Вышел там один. Простреливает, есть девайсики, есть. Есть минус один на Б, еще один, с девайсиком там. Саша Хитман там, можно брать его. Он с ОВП может быть. Нижние двое. С нижнего пришел, ну помоги, Мерв! А, это Игорь был. Простреливает, сиди, да на тебе в ответочку. Блять, Вася. Вася жесткий. Вася уёба. Окно. Игорь, там свои уже. Да это я понимаю. Беги на, Игорь, быстрее, он на Б. Кто с бомбой? Беги на, быстрее, он на Б. Бля, Игорь. Игорь, знаешь где? Да, я иду. Хорошо. Бля, что-то мне кажется, или мы как-то нихуя не... Бабунчики! Как попикали. У нас просто ролплей слишком сильный у Саши Хитмана. У нас Virtus.pro. Это он реально, блядь, только с этим, с глушителем бегает. Пизду. Это ролплей, что делает? Он лысый тоже? Да это Цейвис, слышите, мертвец вообще. Но он, кстати, таленький, я в него стрелял, по-моему.
Вышел, ЗЗ. Стой, на балконе. Унеси калаш, отдай калаш, я их сам уберу. Унеси, прячу. Прячу где-то, прячу. Ясно. Не здесь, здесь плохо. Ребят, так... На. А ему норм. Ну, с ХП по 10 у каждого. Блин, там АВП можно было подобрать, ну ладно. Саша, ребят, знаешь калаш? Ребят, нулевые с нами, нулевые. Саша, дроп. Ой, АВП, блядь, ну, или что? Что ты взял? Дайте дроп, кто-нибудь. Дай калаш, плиз. Я возьму калаш. Вы что, издеваетесь? У него дропа, что ли, нет? Так мы же сосём, откуда у нас дроп? Макс, я откуда у них дроп? Мы же сосём. Нет, я про нашу команду говорил. У Мервинга должен быть дроп. Ну похуй. Минус на длине, минус. Бомж был, а не без девайсов, наверное. Я понял. Хелпа будет? Идёт хелпа. В своё оправдание ты мне в голову попал разок. Давай, пропрыгаю. А, на миде Блядь, один. Да, чё, серьёзно? Чё, наша? Сзади. Кто такой Саша Хитман? Что это за пиздец происходит? Всё, убил! Пленти! Кто с плентом у нас? Бада, не смешно нихуя, завязывай. Да мы А тоже взяли уже пленти, ма. Одновременно берем, как прям в книжке написано, Virtus. Понял. Pro. Хорошо. Ёба, хорошо, ребята. Рот. Вот это, смотрите. Мы знаем врага в лицо, он за нашу команду. Virtus. Pro, бабунчики туха. Простреливай! В нычке сидит один! Помогите, ребята! Два тут! Ребят, вы где? Блять. Ребят, зачем вы встали-то в этой норе? Да куда ты упадешь? Вот ты заебал! Он очень больной! У него он без колена, блядь! Тихо! Фак, убей, попади раз! А чё ты ушёл? Меня попали раз. Там еще один. Ну, только не блочь мне, главное. Чё хочешь, сделай, но не блочь мне. На планете один. Тим, ты чё-то куда-то не там пошёл. Короче, ребята, АВП чё-то не моё нихуя. Это вам не рейлган в Квейке, не умею стрелять с него. Да почти что рейлган. Да ну, там надо остановиться, подождать, прежде чем выстрелить. А, ну это есть такое. Я-то как вот бы привык с пропрыжечки, там все дела. Не по тимплею просто работаем, я ж выпрыгнул, а все встали. Тут же нельзя вставать. Так а я с АВП, не могу же я выпрыгивать. Ты один же с АВП. Он на Б последний, он не выйдет никуда. В смысле на Б последний? Ты что, пакет охраняй. А, пакета-то нету, в прошлом раунде был! Максим, это последний почему? Только не отдайся всех в это. Хорошая инфа. Нахуя ты... Ай, почти, Максим. А зачем Кайл ретри делает? Можно вопрос вот такой вот? А, я завис, я перезашел. Какая разница, что у него 800 голды. У него 800 голды был, какая разница. Это что такое? Ага, Андрей, хорошо. Я с C начну, пожалуй. Блин, я хоть кого-то прострелю сегодня. Инфо есть? На Б много, на Б есть трое чувак в съемке. Ага, КЛ дает инфу, на Б есть трое чувак. Б много, ребят. Ребят, радар смотрите, где я есть. На Б минус, на Б минус одного. Хорошо, идем. Еще один, вышел. Готов. На КТ, талый. Бежит на Б. Хорошо, минус он. Все, Б ваша, забирайте. Наши. Все, позицию, баррикады строить. Дерево есть, дом построить? Дерево сейчас будет. Там несет Мервинг с базы. Ебать, это... Стёмка. Ой, этот Мервинг, блядь. Стёмка Мерв смотрит. Все смотрите это. Хорошо. Лол. Почему Вада так долго жил? Я не знаю, я Мервинга нахожу в такой хуйне постоянно, блядь. Это так крысит, у меня горит с этой игры. Я люблю скоро. Это хорошая игра, это Counter-Strike 1.6. Это Counter-Strike 1.6. Андрей, взрываюсь. Ай-яй-яй, упал. Там есть дигл, близко. Не только дигл, бро. Все, убил дигл. Все, хорошо, проходим. А это нормально, то что инфу дал кейк за Нексуса? На длине много. Все, задымил хуйню эту. На длине много, там один лох остался. А бомбермен, где бомбермен? Тихо. На А вы? Мы на А, взяли А, вообще, с потрохами. Понял.
Бля, мы как поделились? Кто пикал у нас, блядь, в команде? Что это Кайль, за пиздец? Кайль пикал. Леха. Леха он тебя взял. Просто, блядь. А вот один, один на! Ой, решот дам. Дай решот кого-то дам. Ебать там. Где он, блядь, штурмуй его, ёпта. Здорово, парни. Хорошо. Ладно, пацаны, я понял. Сейчас все будет. Блин, Кейк, у меня задача на эту игру. Типа факера убить 100 нет, раз. Расстрелить кого-то. Так, Игорь, врыв, хорошо. С тобой иду, Игорь. Хорошо, Игорь! На длине минус, на длине минус. На длине двое. Прошел, прошел, Мервинг. Ждем, ждем хелпу, ждем хелпу. О, может, а это ты, блин, я думал, я что-то тихонько не вижу. Еще один, там. Еще один справа. Игорь, так давай. Там двое пошли, справа, пошли. Один крутит жестко. Че, очканавты, что ли? Второй справа еще. А вы, давай, КТ стреляет. Могу вот так, дать заходить. Все, а наша, а наша. Флешку, а вэперу. Зазилил, хорошо. Готов. Последний где, на Б что сидит? Все, ребята, хорошо. 7-4, нормально. Окей, пожалуйста, потише. Извините. Сзади я вэпера, как про. Все. Б2. Ёбаный, в боксы, боксы, забрал девайс, с пистолетом. Зига 2, проходит. Да ну, факер! Андрей, а ты думал все так просто? Факер, ну ты мастер. В боксах, без брони сейчас, сюда прибежит, наверное. Слышал сзади, Макс? Я думал, наши идут. Ну что ж ты там стоишь, ну? Слушаешь, ты... Я думал, наши за мной идут, вы чё? Блин, радар, смотри, какие наши. Радар я вообще не знаю, яме, что такое радар, Counter-Strike 6. В коробку заходит, может его когда повезет. Когда я не смотрел, бесполезно. О, там вокруг тебя трое был. Паду, и спрячься где-нибудь, я тебя прошу. На центре. Нет. На зиге один был. Понял вас. Он хуярик, не попадёт. Ну один, он по последнему. Это слабый, Игорь. Вада, ты на ходу не попадешь в него. Ты сильный, Игорь. Хорошо! АВП, ладно. Там АВП, давай. Беги, беги на него, беги на него просто, он не попадет. Сурж, косуй! На зиге, да-да-да. Только, ну, он убежал, он бомбу, смотри, думаешь, смотри, ты портфель. Не успеешь поставить. За портфелем смотри, смотри за портфелем. Не, пониже, пониже надо. Вада. Беги, просто беги. Он еще выйдет на тебя, вообще выйдет на тебя. Вада, все, убегай, убегай, Вада, убегай назад. Да не вперед, назад. Пакеты забери! Вада, ну убери! Ебаный в рот! Вада! Поиграли! Айманцы, айманцы! Не, Вада, сейчас уже можно было бежать вперед. Бля. Игорь, он сейвит, короче. Грамотно делает, по-моему. Он пошел нахуй. Он тебя обмануть хочет, по-моему. Он делает вид, что идет диффузить, на самом деле прячется где-то. Да он, ну, ебать. Ай-яй-яй, какие выстрелы! О, колено целился, Игорь. Между ног попало, опять. Опять между ног. Олег, ты сдох, походу? Не-не, не сдох. Хорошо. Колено просто. Это было бы очень хорошим мувом от Вады. Попасть в ногу, чтобы не смог уйти. А он, может, так и думал. Хороший игрок какой. А вэпер на миде у них один. На Б никого вообще. На Б не видел никого, ребят. Сука, хуй там было, фак. Не работает, я понял. А, наша. Макс. А ваша? Вы с стены зашли, Андрей? Зиги зашли, один там Андрей был. Один, один на... Блять, они на... Два ВП. Зиги сейчас придет, Андрей, сейчас придет, жди. Хорошо. Готов. Мне тут небольшая поддержка. На, но... на, один с ОП. Забей, заходись на Б, по-моему, тут пусть, нет? Там жмите. Есть на Б, там Алоха или как там его. На платформе. А. Втроем жмите его, вот трое вас тут. Заходите, заходите. Он за ящиком, убили его. Минус 1. Заходите, Б чисто.
Я на Т-шку ставлю. Ебать, это откуда? На Т-шку ставлю. Миду что с КТ шлепаются. А вейперы? Пошел нахуй. А вейперы, блять. Ой, Андрей, крыса. Ой, крыса, мышь. Ой-ой-ой. Какие манзатайлы просто. Ой, мышь. Андрей. Изи, изи, парни. А веб? А веб надо кому? Не знаю. Мы тут так, блядь. Этот бардак вообще, не знаю. Мне кажется, все-таки капитанов нужно не ножами решать. Иначе так хрени будет. Ну вчера тоже весело было, на самом деле. Когда инмейт пикал, блять, а в пизду, короче. Так, я пошел поем. Блять. В смысле поем, это не последний раунд еще. Я знаю. Минус 2 на длине, ребята. Иду по длине, как танк. Можно ставить. Иду за тобой, брат. А, с Тёмки стреляет. С нижней? Не-не, на КТ Тёмка идет, Андрей подходит. Ой, лев! Жесткий. Прыж... Какой ты жесткий, Васса! Крыса ебаная, вот ты кто, мышь. Прыжки. Я зиги еще. Андрюха в прыжке, наверное, ноузумом ебанул, да? Да, в голову. Стандартный свой. Он на респе. На зиге. На респе, он с ФАМАСом. Последний. Ебать. Хорошо. Он ОВП мог взять. Пристреливаешься, нормально. Лупи его. Боже, блядь. Простреливай. И правее. Ванный стыд, еще умри. Бля, да что это такое? Я отказываюсь. Last round. Ребят, что? Блять, это был просто эпик. Хорошо, минус один на центре, один на Б прошел. Бля, гайс, это такой пиздец. Бля, это такой эпик. Лёх. Ебануться, блядь. Один на центре, один на Б. Медленно идёте. Ой, ёбаный рот. Ты ещё и уходил уже? Да и Лёх, походу, замутил микрофон. На точке. Спрыгнул. На двое. Хорошо. Двое подлинные. На планте, на те был. А вейпер был на центре. Да, вот этот, а вейпер. Там ещё попадает. Максим, ты не туда. Пацаны. Там, кстати, еще Витя просится. Типа, если слот будет. Давай. Хорошо. На Б был. На респе нашел. И тупый, Максим. Да нет этого чувака в скайпе. Бля, я никогда в руки больше ОП не возьму. Лол, а ты заснял это? Так естественно. Нет, то, что я прострелил, я смотрю на стриме. Не знаю. Да, может быть, я так был. Я заснял. Че, переходим, меняемся, хорошо. Даю инфу. Лёха послушал инфу. Я тоже эту точку возьму. Ты тогда Макс центра, короче, а я не, там. Не, я люблю. Ну ладно. Так а чё, это же последний был. Ну да, мы меняемся. Чё, дальше пишем? А господин этот самый здесь? Все здесь перешли. Факер. Да я на один раунд отошёл, когда я умер. Я уже вернулся. Так вот, Макс, сразу сделаем. Чё? Вон, написал. У меня нету его. Next. Сильный вроде. Точно может держать. В каком плане? Ну я ж написал. Я не успел. Там все съехало. Ты написал. DLC, Макс, на хелпу идем. Проходит. Отсюда не даем пройти, не даем пробежать. Они прошли уже. Прошли уже? Да. Вот последний. Еще один бомба, план тут. Хорошо. Вася жесткий. Кто из нас жесткий, Вася? А иди нахуй, чмо, Макс, блядь. Помогай, есть еще. Зашел на. Где что? Еще инфу. Подъем меня. На. Последний. Мясной, хорошо. Ёбаный, блядь. Нахуй. Хорошо, ребята. Макс, сейчас надо. Я взял. Парни, нет, кто поймет, тот красава. Понял. Кейк, там, да, все. Да, у нас, Макс, помогай! Где, Б? Помогай, да, Б есть. Алоха, хорош. Изи, принимаем их. Ебать. Там алоха. Заебали их убивать. Да, вот, вообще не попадаешь.
Лоха. Максим, а ты умеешь подсадить, чтобы меня на платформу как бы не оббегало, типа подсадить? Давай, 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 я подсажу. Давай там. А, ты, наверное, что-то другое имел, ну ладно. Зигу бежит один, быстро. Хорошо, Максим, нижние двое. Лол, они там тавром бегут по друг другу. Где, где, где? Смотри, короче. На Зиге снял одного. Нижние двое. Хорошо, но это мясной у них. Нижние двое без бомбы с фамасом один. Есть один в тёмке, инфу дает. Пизды получает. Двое, двое. Блять, убил меня. А, ты его добил. Бомба там же была, но она не вышла. Смида, Смида, Смида один. Алоха. Ай, на миде, короче, на респауне у нас, это, калеченный. На Б, на Б, ворота. Хорошо, Максим. На Б, воротах на Б. План-то где? План где? План был в мясе. План. Ну гуляй. Какой мясе? Что за инфу вы даете вообще такую? Ебанутые задроты, блядь. Игорь, стой на точке, короче. Хорошо. Минус КТ Макс был. Бомбаруки. Нас Рэмбо остался, короче. Пошли нахуй, короче. Я сгорел все окончательно. КТ респ. КТ по КТ бегает. Все, вы его зажали. Он в ловушке. Уверен, что он на КТ? Ладно, доставь уже пакет, ёбаный вот. На Б. На Б пошёл. Да поставь уже, что ж ты бегаешь. Да забегай, 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 мочи его. Все, 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 да, он забегай. Тут. Лёх, не дави на мораль, ты чё? Игорь, помогай. Лёх, вот что ты там это будешь? Вот видишь, я на него давлю, на платформе пакет был. Стреляют хоть нормально. Внутри. Давай нахуй раунд. Ой-ой-ой. Чё в голос? Чё, есть у нас бабки или нету? Нету. Оооо! Паймс. Раз уже пошло такое дело. Надо вот так. Лёха, Лёха, на камере. Ладно, я умер не зря. О, привет. Стим, давлю. АВП на ЗД лежит. АВП на ЗГ никому не надо? Мне надо. Возьми. Да, под флеш. А я... Сейчас, сейчас, перезаряжайся. Кинул. Минус, минус. Акап, бери. Всё, давим, давим, говно. Пакет в говне, ребят. Лёха ливнул. Ребят, нам Лёха оставил там это... АВП на базе, по нём заберём. Тут два АВП валяются. Два? Всё, одну беру. Всё, взял. Ебать. Ну, на Зиге. Пакет возьмёт. Не, пакет не там. А, пакет вот, около бокса. В говне пакет. У нас лежит. Угу. О, Лёха переподрубил, перезашел. Хорошо, Лёха, будь здоров. Будите в муку. А, Смида, Смида! Ебать! Это Влада один минус, на один да, на через всех. Нет, кому АВП? Короче, нет, нет, дроп, давай. Давай мне. Ебаный, ребят, я на миде тоже с АВП. Идите тогда это, смотрите. А. А, не, я тогда, я пробегаю туда же. Максим, подставишь меня туда или ты опаздываешь? Угу. Давай туда же тогда меня, я от этого посмотрю. Подсадка, Зиг подсадка будет. Андрю. Дело плохо. Все, Максим, спасибо. Зиг подсадка, Зиг подсадка. Зиг подсадка, Макс. Спасибо. Андрю, все очень плохо. Зиг близко будет стоять. Андрю, все очень плохо. Смиды зашел. Смиды зашел, Ваня. На миде хлопа нужна. Андрю. Гайс. Спрячься, спрячься тут. Мерв. Дверь смотри. Андрю. Верю. Это. Давай, минус он, минус тот, кто с мида зашел. Игорь, разведка есть там? Что там горят? На миде чисто, я мид смотрю. Да, на длине рукой, один. На длине ворота. Ага. Хорошо, ребята. Такое, ребята. Мерв, сбросишь что? Да, кольт. Давай, 4-3, 4-3 мне. Спасибо. Тебе очень полезная позиция. А, кольт есть 4-3. Давай, Макс, тогда отсюда посмотрю. Нету шагов, не иду. Да они же могут как мышки. Хотя нет. Все, иди, помогай нашим, я держу точку. Хорошо. Бомба, коробка, бомба, коробка. Коробка это кто? Там бокс? Еще кто-то. Да, да. Боксер, коробка. Это рядом с говном. Ой, там сколько народу. Рядом с говном, много народу, на боксе в коробке. Бомба на центре была. Блядь. Бил, минус он. Ёбаный насос. На центре бомба идет нижняя. Бля. Заходит в нижнюю. Сейчас надо будет. Он обычный. Бомба ставится на Б. Бомба у меня, конечно, ставится на Б. Ну, вообще-то бомба не у тебя. Хорошо. Мерф.
Бомба не у него. Так вы мне нужны, не еще? Не-не, еще два раунда нам взяли. Макс, подсади куда надо. Бабунчик помогает на хелпе, я понял. Virtus Pro держит Б, давай. Все, с бабунчиком. Работаем. Готов! Они Б, походу. Лепехали! На зиге! На зиге много! Блять! Ебать! Вада попадает! Три в тёмке! С бомбой проходит потихоньку! В тёмке! В анале! Максим, на Бэш проходит! Какой на Б проходит? На проходит! А, это я, ну! Сзади мид вышел! Минус! На Б бомба уже ставит, наверное! А как вы там сдохли двое? В смысле, как сдохли? Нас убили! Не сдохли, мы умерли! Вада, давай! Подожди меня, не иди! Один на точке стоит, короче! Прям на планете стоит. Хорошо, Максим. Хорошо. Хорошо подождал. За ящиком был Мерф. Один. Готово. Хорошо, ребята. Как тренировались, все правильно. Хорошо, парни. Давайте, еще один, и мы победили. Да, еще один. Можно получить. Canary Cherries win. Fatality. Дроп. Мерф, прыгаю. Пулемет взял. Скинул. Где? А, вот. Я длину гляну. На минус. Готов. Ой, грену как кинул, видели все? Максим, давай, работаем. Хорошо, Мерф. Последний отдаем с пулеметом. Я пошел курить, не хочу играть в Counter-Strike. Если там было. Ой, ребята, ой, Virtus Pro какет. Ой, жирная точка. Че, на нюк, да, следующий у нас какой там? Трейн, нюк. Ребята, чего не вы... играем? Пали, вот это вот, смотрите. На базе видите все? Щит. Да. Парни, здорово. Трехминутная рекламная пауза, дальше следующая КВшка. Где вы все оставишь? Не, меняемся. В смысле, у нас команда же, Virtus Pro. Да не, слышно, надо менять. Все, я минусанул, все, идем. Ты на кого бычишь, слышь? Так, ну чего, что за составы? Курят. Погнали, два капитана, но не ножевые. Да, давайте просто капитаны кто. Предлагаю Лехе самому капитаном быть, чтобы у него не... Ну давайте Лепеха будет капитаном. У нас это, кто-то ливнул или нет? Да, кто-то ливнул. Чего? Витя есть, Витя хотел. Факер ливнул? А. Витюш, тогда заходи. Андрей, перенабери, говори, что-то он там пофиксил, лоха. Лол, я не ливал, я в кат ходил. А, извини, фак. Дизинфу дал. Здорово. Вы реально дизинфу даете. Ребят, тех минусую, что-то инферно. Не, алоху не могу дозвониться. Ну, если алоха не зайдет, можно будет Витя взять. Алоха зашел уже. Не зайдет, скай. А то так, ну... Я не, ну это да. Команде тоже сервер фул, если что. Инфы нету. Че? Сервер фул. Ну да. Да, есть. Сейчас. Блин, ну я прыгал. И короче, алоха там перейти. Что ты рестарты все свои делаешь? Что так стоит? Это умирает делать рестарт, типа, блин. Тип что-то не так. Так, а чё, соло курить пошел? Да. Из окна выпрыгнул, по-любому. Читаю как открытую, это Игорь, по-любому, вот я вообще все прочитал, да, Игорь? Ты же это? Да. На тебе тогда. Ай, Кайл, ай, на скеле. Парни, ну чё, Витюша ждет. А Лёха где? Короче, надо положить Лёху, и там решим уже. Ну если что, да, придется, наверное, Алохе без микрофона поступить. Бля, ребят, наверное, количество времени. Вот опять Игорь. Да. Игорь, у меня патрон мало, давай умирай. Изи. Да. So easy fart. Игорь на миде. Мерв, стандартный хэд. А, я не знаю, ты прыгал в меня что-то. Максим крадется. Чего? Ты прыгал в меня. Я и так прыгнул, а почему ты попал в голову? Здорово. Где? Здорово, Жорж. Понял.
Он как кошечка, как рысь. Короче, парни, продолжаем вармап пока что. Я слышал, на вармапе хорошо по коврам бомбу ходить ставить. Я тебя понял. А, Игорь! А, Мерф прочитал мне, да? Слышь, мужик, дай девайс. Вообще еще один. О. Блин, никто не видел. Ой, бабун, ой. Готовы. Все, пакет! Где пакет? Пакет затянул. Лекс, он справа, на балконе. В магазине справа на балконе. Дальше заходи на балкон, заходи. Справа слева же, ну. Вон, ты видел. Справа слева, Андрей. Справа слева. Справа слева в магазине на балконе. Возле говна. Возле говна в бокс. Так. Март обстрел уже готовится. А почти труп, может, на него. Вот, видно, где пакет. Саня Хитман сделал грязь. Я Лёх! Мы придумали. Ты капитан, короче. Я? Тебя еще тише стало слышно, брод. Стыдос. А вот так? Так вроде лучше, а вроде нет. Вы что, еще хотите в Counter-Strike? Да. Хорошо, бабун. Где бабун? На ДЛ, на ДЛ. Ой, не на ДЛ, на говне. На банане. Минус он, ёпта, бля. Лёха, ты чё, не хочешь в Counter-Strike? Ой, тут ещё один. Игорь, ну что это? Ну да. Максим, я бы шагом шёл. Капитана уберём? Да. Витюш, ну чё, заходи. Там вон Алохов, спектатор, и зашёл. Так он не может... А, сервис фул. Ему надо вообще выйти. Да, к сожалению. А кто сможет нажать на курок? Мибора Дизун, это наш что-то? Это Жора. Не, слот для Витюши. Витюша был первый. В рейтинге SK Gaming. В рейтинге SK Gaming, да. Игорь против Максима. Итак, а Максим крадется, он видит... А что, капитаны, парни? Кто кого пикает? Достает... Ну, у нас капитаны будут, очевидно. Давайте так, пусть Мервинг с Витей пикает. Чё, Лепёх? Ну, типа, Мервинг и Витя, задроты, пусть... Во, да, согласен. Мервинг, Витя, капитаны. Да? А можно тогда первый? Ну, пикайте тогда. Ну, да, Лёха. Бабун, успокойся! Спокойно! Всё, успокоили. Бабун спокоен. Так, парни, в спектаторов, как на скеле. Спектаторов. Мервинг. Тут нету спектаторов. Есть спектаторы. Как нету, есть. Ну, делайте рестарт, блять, у меня горит пиздец, я хочу отыграться. Отыграться? Давай, вдвое ставки-то повышаем. Так какие ставки? Заходите в спектаторов, блять. Соли тогда можно быть спектатора. Мерв. Кого ты выберешь? Ну, ты капитан. Есть. Ну, давайте все в спектаторы. Давайте, по-модному так, типа, по-модному. Так, Мерв сидит. Давайте Мервинг и Мум М5 Витя Тухе Воу Зор Рейзер, капитан. Галочку забыл. Витюша, а мой ник тебе нравится? Да. Оценил особенно Тухай. Да. В смысле Тухай, Тухенд. Тухенд, окей. Кейк. Кейк. Хорошо. Дальше. Кейк, я... Ну, наверное, Максон. Нексуса бери. Да пошёл ты! Какой Максон, блядь? Нексуса бери! Ну, Нексуса-то да. Нексуса. В смысле? Нексус, давай за КТ. Сейчас мы его, блядь, устроим вам пылесоса. Лёш, ты вроде пикать не хотел. Куда ты там капитан мешаешь? Ну, мне посоветовал, как бы. Я просто не играл с игроками многими тут. Я, Вить, советую тебе Саня Хитман, короче. А куда Лексус ушел? Сейчас зайду. Что ты ржешь, фак? Хитман топовый, я чё говорю, он... Глушитель, главное. Глушитель ебашит. Что, Мервин Хоу? Да, я смотрю, кто остался. Андрей остался, пут. Бля, надеюсь, мне Саня Хитман не попадется, ребят. А я последний пик, в любом случае, он мне останется. В смысле, вы ебанулись? Саня Хитман нормально играет, если он под ником Вада играет. Ну? Мерф, ну тут не надо. Да тут сложный выбор.
тут. Добери, драйв. Да, Андрей. Ну, сложный выбор, говорит, нихуя себе, я могу не пойти еще за такую хуйню в свою команду. Бля, ну что теперь вот... Так не, я выбирал между тобой и бабуном. А, тогда ладно. Между тобой и бабуном, блядь. Что? Ну да, давайте мне... Все-таки, наверное, Макс Пейн. О, yes. Сделайте Леху кто-нибудь громче. О, хорошо, что Саня Титмана забрали. Как меня можно сделать? Я Макс Пейна взял. Я нельзя сделать. Так, Лех, ну ты очень тихий, пиздец. За кого мне? Да, так, Саня Хитман за меня, ребят. Все-таки ну, Хитман и Макс Пейн. Ну что у меня гарнитура ублюдская? Вот Макс Пейн и Хитман в одной команде, ребят, это, по-моему, баланс. Это я не знаю, но вы понимаете. Нага Сирена плюс Драксир. Ребят, я отошел. Одну секунду. Давай только нажми за сторону, мне не хочется за тебя начинать. Что? В этом придет кейк. Красиво. Красиво, Мерв. Здорово. Минус 3, минус 4. Записывал? Зачем? Че, мы сторону ножах-то возьмем? Сторону? Да, давайте на ножах. Мы на ножах сейчас сторону возьмем. Да-да, погнали, ножи. А кто-то уходил, все пришли. Я отошел, да, я пришел.